Гуров. Ну как? Вы о чем? Да так, ни о чем. Выспался для чего-то. Ты обратил внимание на один факт? Давеча здесь проходила дама, 100 раз чмокнешь и пальчики оближешь. И гуляет одна, с белой собачонкой. Познакомиться с ней, что ли, а? Да, вот Никодиму Александровичу нельзя. Дай сюда. Он здесь с супругой. В Туле со своим самоваром. Да. Господа, а что? Да, так, ничего. Массандры, саламандры, скалопендры. Сойдешь с ума. Она.
Можешь дать ему кости? Пожалуйста. Вы давно изволили приехать в Ялту? Дней пять. А я уже дотягиваю здесь вторую неделю. Время идет быстро, а между тем здесь такая скука. Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или в Жиздре. Ему не скучно, а приедет сюда, ах, скучно, ах, пыль. Подумаю, что он из Гренады приехал. Посмотрите, как странно освещено море. Вода совсем сиреневая. Это от того, что день был жаркий. А в Москве, наверное, уже снег. Все ходят в шубах. От лошадей валит пар. Вы любите московский звон на Масленице? Не знаю. Я в Москве бываю редко. Родилась я в Петербурге, а вышла замуж в Саратове. Живу теперь там. Вот уже 2 года. Вы долго собираетесь пробыть в Ялте? Еще с месяц. За мной, может быть, приедет муж. Ему тоже очень хочется отдохнуть здесь. Ваш муж служит? В земском правлении. В губернском правлении. Земских правлений не бывает. В Российской империи существуют земские управы. Управление, управы. Я всегда это путаю. Помню только, что название какое-то длинное. Готовился я когда-то к карьере певца. Думал петь в частной опере, но бросил. А теперь имею в Москве 2 дома, служу в банке. Хотя по образованию филолог. Бывает так. Бывает. Ну вот, теперь вы знаете обо мне решительно все. Впрочем, нет, не все. А что? Зовут меня Дмитрий Дмитриевич Гуров. Анна Сергеевна. Доброй ночи. Что, почту привезли? А, приехал. Пожалуйста. Из Саратова. У телефона? А, понимаю. 2 места. А первым классом это со всеми удобствами, лицом к лошадям. А спиной это вторым классом. Пожалуйста. Жалко.
Отдохните. Уже неделя прошла после нашего знакомства. А кажется, это был только вчера. Сиди. Совсем недавно я еще не знал вас. А когда встречал на набережной или в парке, думал, вот опять идет дама с собачкой. Он, кажется, ревнует. Я пойду. Куда? Скоро придет пароход. Вы встречаете кого-нибудь? Не знаю. Телеграммы часто задерживаются. До свидания. Анна Сергеевна, не поехать ли нам куда-нибудь? Я думаю, что... Вам холодно? Нет, это я... Это так... Вы устали? Нет. Просто прохладно. Thank you.
прошу. Вы же первый меня не уважаете теперь. Отчего бы я мог перестать уважать тебя? Ты сама не знаешь, что говоришь. Пусть Бог меня простил. Это ужасно. Я вам уже говорила, что вышла замуж, уехала с мужем в Саратов. Живут же другие в провинции. Но мне Саратов стал противен с первой же недели. Спать ложилась в 9 часов. Только развлечение что. В 3 часа обед, а в 9 спать. Точно оправдываешься. Мне ничего не нужно знать. Решительно ничего. Мой муж, может быть, он честный и хороший человек. Но ведь он... лакей. Я не знаю, что он делает, как служит. Я знаю только, что... лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет. Меня томило любопытство. Мне хотелось чего-нибудь получше. Но ведь есть же, говорила я себе, другая жизнь. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жгло, вы этого не понимаете. Но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой. Со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать. Что же ты хочешь? Верьте мне, умоляю вас. Я люблю чистую, честную жизнь, а грех мне гадок. Я сама не знаю, что я делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Куда я могу про себя теперь сказать, что меня попутал нечистый? Ну, полно, полно успокойся. Соленая. Щека соленая. Хочешь, поедем куда-нибудь? В Рианду. Поедем? Море еще шумит.
отчего вы молчите? Ну, давайте говорите. Ради бога, давайте. О чем? О чем? О чем-нибудь. Здесь так хорошо. В сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях, о нашем человеческом достоинстве. Ну, сознайтесь. Сознайтесь же, умоляю вас. В чем? В том, что вы меня не уважаете, не любите. Я вас мало знаю, но вы почему-то кажетесь мне добрым, порядочным, умным. Вы не такой, как все, вы поймете. Ну, полный, не надо. Роса на траве, пора домой. Вам не идет эта шляпа. Хорошая моя. Нет, я не хорошая. Ночами не сплю, все думаю, думаю, так тревожно на сердце. Вот уеду я в Саратов, в Москву, и все. Если вспомните обо мне, только как о приключении. В курортном романчике с какой-то дамой, с собачкой. Вы забудете обо мне. Наша прощальная прогулка. Не поминайте их, не считайте, что я дрянная женщина. К чему прощать? Фон Дидериц? Это от мужа. Он пишет, что у него разболелись глаза. Умоляет меня поскорее вернуться домой. Твой муж немец? Нет. Вот у него, кажется, дед был немец. А сам он православный. Что я уезжаю. Это сама судьба. Как же мне жить теперь? Вернусь домой. Как выгляну в окно, там серый забор. Длинный серый забор. С гвоздями. Тяжело. Ничего, это пройдет. Да,
Да, вы правы. Это пройдет. Это должно пройти. Должно. Я буду думать о вас, вспоминать. Ну, Господь с вами, оставайтесь, не поминайте ли. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что вовсе не следовало бы встречаться. Вы такой добрый, редкий, необыкновенный человек. Ну, Господь с вами. Митя, дай я тебя поцелую. Пешком ходишь, молодец. А я вот на извозчике. Что нужно делать, чтобы похудеть? Я сам вчера, брат, в клубе не удержался, съел целую селянку на сковородке. Селянку? В четверг у тебя ужинаем-то не забыл? Только не опаздывай, самого Любомира не ем. Да, а как твоя
Ялтинская, собачка. Покрылась туманом. Так. Сходиться с женщиной — это просто, а потом хлопотно. Особенно для нас, москвичей, тяжелых на подъем. Вот именно. Сатана там правит бал, там правит бал, там правит бал, да. Талант. Да. Давно не испытывал такого наслаждения. Какая экспрессия, какая сила. Я ее обожаю. Я ее обожаю. Дмитрий, не считаешь ли ты, что детям пора спать? Извините. Спокойной ночи. Ну, Тёмыч, половина десятого. Папа. Наташа. Спокойной ночи. Стрекоза и муравей. Попрыгунья стрекоза, это красная пропела, оглянуться успела, как зима катит глаза. Помертвело чисто поле, нет уж ни этих светлых боли. Помертвело чисто поле, нет уж ни светлых боли. Жным ей листком был готов, и стол, и дом злой тоской. Будьте здоровы. Спасибо. Ну. Очень мило. Хорошо, молодец. Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Выросла, и повзрослела. Да-да, совсем барышня. Я полагаю, что перед этой юной душой пора уже поставить ясную цель. Я с вами совершенно согласна. Недавно читала очень любопытную брошюру по этому поводу. Автор, несомненно, честно мыслит. Но, Дмитрий, дитки лену дон дюте. Феня, дайте к нам чай. Пардон. Господа. Здесь Дмитрий сыграет нам что-нибудь. Ведь он когда-то мечтал о карьере певца. Да. У него удивительный музыкальный слух. Что вы? Я уж все перезабыл. Ну, перестань скромничать. А помнишь, на вечере у Андреевских ты буквально покорил всех? Ты играл с большим чувством.
а как дела газетные? А, писать нечем. Случилось бы что-нибудь особенное. Эдакое зашибательное. Что-нибудь мерзейшее, распереподлое. Такое, чтобы черти с перепугу передохли. От! Да, любишь ты широко глядеть. А? Фру-фру его кличка, ваше благородие. Может, желаете купить? Купите, ваше благородие. А? Фру-фру. Служи. А? А? Служит. Купите, ваш свет. Редкий порода. Извините, я обознался. Велела вот продать эту пакость. Благодарю вас. Спасибо. На кофе и деньги надо мне. Ваше благородие, купите, а? Фонарики, сударики, горять, горять, горять. Что видели, что слышали, про то не говорять. Что видели, что слышали, про то не говорять. Буфетчик, чтоб уважить, пусти, нас мальчишка приказал. Что ж это у тебя, друг мой, ялтинский загар уже облез? И глядишь невесело. Почему такая меланхолия? Скучно. И домой идти не хочется. Вот и я. Пьешь, и никакой веселости. Буфетчик, чтоб уважить. Хрюкни. Состояние нажил тем, что свиньей крюкал. Вот и все они так. Взять хотя бы лакеев. Да что лакей? Инженер зацелковый слопает тебе банку горчицы и петухом пропоет. Вы помните в Ялте? Честное слово, если б хоть один обиделся, я б ему 1000 рублей дал. Штука одна в голове сидит. Ни на минуту покоя не дает. Вы это о чем? Секрет. Впрочем, если хочешь по-дружески, между нами. Жену свою ненавижу. Стало мне вдруг казаться, что вышла она за меня не по любви, а ради богатства. Засела эта мысль в башку. Ну, ты другое дело. Тебя, говорят, женили мальчишкой, второкурсником. На 2 домах женили. Ну, а я по любви. А теперь ей не верю. И всех подозреваю. Все кажется, что льстят мне из-за денег. Вот днем все по делам, а ночью по вертепам путаюсь. Ну, а у тебя?
тайны есть? У каждого из нас есть своя личная жизнь. Должны быть и свои тайны, поэтому. Но вас ответов не встречаю. Забыть хочу, но не могу. И тихо сердцем изнываю. Забыть вас я судьбу молю, но не могу. Алексей Семенович, помните этим летом в Ялте? Чего я не помню? Слушай, Гуров, спой. Ты же певец. Спой мне соло. Я тебе 500 рублей подарю. Написала? Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет. Будь внимательна, Наташа, и не спеши. То все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет. У тебя неприятности по службе, Дмитрий? Нет, просто так. Что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет. Не будет. Точка. О чем ты думаешь, Дмитрий? Я? О женщинах. Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата. Четверку в левый угол. Оборотни в угол. На меня в середину 15. Туза в угол направо. От трех бортов в середину. Вот я все думаю, господа. Огромное значение в литературе придается любви. Нет ли в этом преувеличения? Пас. Пике. Пас. Помните Тристан и Изольда? Вас моя жизнь, вас моя смерть. Моя жизнь, моя смерть? Уважаемый профессор, объясни. Серпик. Видите ли, Дмитрий Дмитриевич, вопрос о любви решается просто. Я вист. Вист. Как? С точки зрения биологической,
для любви надо нанимать отдельную квартиру. Никодим Александрович, дорогой, если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте. Дмитрий Дмитриевич. Что? А давеча вы были правы. Осетрина-то с душком. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Эх, братец, какие дикие нравы, какие лица. Зитрина с душком. Бестолковая ночь. Вчера, позавчера. И дни незаметные, неинтересные. Игра в карты, обжорство, пьянство. Постоянные разговоры, все об одном. И уйти. И бежать нельзя. Точно сидишь в сумасшедшем доме. Или в арестантских ротах. Вам на ордынку, барин. Вы б сели. Не рядом ведь. Именительный. То что? Умывальник. Родитель. Ну, скорее, кому чего? Умывальника. Да. Родитель, ну, кому чему? Умывальнику. Извинительный. Кого что? Кого, кого что? Умывальник. Творительный. Кем чем? Умывальником. Предложник. О ком о чем? Об умывальнике. Ой, болтай, ну давай скорее еще, ну. Ночь. Именительный, то что, умывальники, родительный, кого чего, умывальников, дательный, кому чему, умывальников. Горе мое, извинительный, кого что, умывальники, твои. Дмитрий, всегда забываешь. Извини. Вот. Я так завидую тебе. Ты едешь в Петербург. Там увидишь чудесные памятники. Гордую Неву. Что ты, я же не в Америку уезжаю. И дел-то у меня в Петербурге всего дня на два. Я не люблю разлук. Один билет первого класса. До Саратова.
не знаешь ли ты, братец, где здесь живет фон Дидериц? Дридериц, как мне знать? Его, почитай, весь город знает. Далеко же? Да недалече, на старой гончарной. А там, ежели спросите, вам каждый укажет. У них собственный дом. Снесешь записку. Дридериц, а как же? Спасибо, иди. Ролан, Рамзес. Thank you.
пом-пом, тра-лау, пом-пом, тра-лау, пом. Зачем вы приехали? Поймите, а? Умоляю вас. Поймите. Я так страдаю. Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. Мне хотелось забыть, забыть. Ну зачем вы приехали? Зачем? Что вы делаете? Что вы делаете? Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым, умоляю. Сюда идут. Вы должны уехать. Слышите, Дмитрий Дмитриевич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я и теперь несчастна. И никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Но не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду к вам в Москву. А теперь расстанемся. Мой добрый, милый, дорогой мой. Расстанемся. Thank you.
передал, как приказались. Спасибо. Только дома не застал. Пришлось супруге их не вручить. Вроде деловое. Да. Мерси. Я простил, ты душа, а я скверный человек, гадина я, ведь все за мои деньги, и серебряный самовар, все это нужно для фирмы, ты поймешь, для репутации нужно. Репутация? Важно. Ты куда? Я тебя не пущу. Опять спешат. Это не по злобе. Теперь 3 градуса тепла, а между тем идет снег. А почему это? Тепло только на поверхности Земли, а в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура. Пап, а почему зимой не бывает грома? Гром – это следствие грозы, а грозы в средней полосе России бывают только летом. Вот мы уже и пришли. Как живешь там? Что нового? Погоди, сейчас скажу. Не могу. Неси-ка, братец, чаю. Слушаюсь.
ты же любишь яблочную. Ты похудел. Ты был болен? Нет. Я здоров. Ну, как поживаешь? Да никак. Днем служба, вечером клуб, день до ночи, сутки прочь. А я вот опять сказала мужу, что поехала в Москву посоветоваться с врачом насчет женской болезни. Раньше он верил и не верил. А нынче не знаю. Что я ему скажу в следующий раз? Это мое любимое серое платье. Ты всегда надевай его. Даже через 10 лет, когда оно выйдет из моды. Через 10? Через 10. Через 20 всегда, когда будешь приезжать сюда. Почему так случилось, что я встретил тебя теперь, а не в юности? Почему я женат? Ты замужем? Ведь все эти годы я сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, только не любовь. Вот теперь, когда голова стала седой. Ты знаешь, мне всегда казалось, что мы не встретились случайно в Ялте. А просто нашли друг друга после долгой разлуки. Они спешат. Еще рано. Это не по злобе. По злобе. Похоже с тобой на двух перелетных птиц. Их поймали и заставляют жить в отдельных клетках. И так они умрут от тоски. Перестань. Перестань, моя хорошая. Поплакала и будет. Теперь давай поговорим. Что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь придумаем. Что же делать? Что делать? Что делать, чтобы не надо было притворяться, обманываться, прятаться, жить в разных городах, разлучаться надолго. Как освободиться от этих невыносимых пут? Как?
мне иногда кажется, еще немного, и все изменится. Выход будет найден. Тогда начнется новая, прекрасная жизнь. Я верю. Но самое трудное и сложное только еще начинается. Мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем.